Привет, ребята, и сегодня я еду в Hello Kitty кафе. А знаете, где я нахожусь? Я нахожусь в Бангкоке. Наше такси приехало. Розовенькое. Это все вот эти все постовки. Ребята, мне очень нравится. Да, мы уже приехали. На улице дождь. Ой! Ребята, мы идем к Hello Kitty кафе, но его мы не можем найти, где зайти. Ребята, мы нашли Hello Kitty House. Это кафе. Алисочка, скорее пошли. Ребята, Hello Kitty кафе закрылось, мы не успели в нем побывать, Алисочка. Ну что, пойдем в какое-нибудь другое кафе? Здесь еще есть где-то Кота кафе, давай найдем. Пойдешь в Кота кафе? Какая недовольная. Ой, как сильно хотела в Hello Kitty кафе. Расстроилась? Ну пойдем в другое место какое-нибудь искать интересное. Пойдем? Купи, купи, купи. Хочу, хочу, хочу. Красивые очки. Что ты, Настя, подожди. Так, окольными путями. Окольными путями. Куда Лисюня нас ведет? Ребята, тут магазин игрушек и статуэток. Алиса, маленькие корги, смотри, корги. Это корги? Вот, собачки корги. Вот я смотри, я хочу вот, вот я лялечку хочу. Да? Я определилась. Что? Вот этого малыша. Ой, Алиса, а он не продается. Таких малышей везде полно, в обычном магазине игрушек. Пойдемте найдем обычный магазин игрушек. Что, сильно хочешь этого малыша? Пойдем спросим, сколько стоит. 2800 рублей. 2800 рублей. За эти деньги ты вообще можешь крутую игрушку себе купить. Алиса, разве он стоит этих денег? Я думаю, что нет. Это очень дорого для такого малыша. Тем более... Вот, а смотри, вот маленького, давай маленького купим. За 199 бат. Давай. Купим крошку. Как думаешь? Вот такого маленького. Пойдем тогда дальше. Купим тебе хорошую игрушку на эти деньги. Крутую какую-то. Это коллекционная лялька. С ней даже играть-то неинтересно. Пойдем скорее найдем магазин игрушек. Купим тебе классную. Пошли. Мне самому интересно, какие здесь магазины игрушек. Сначала мы в этом посмотрим, да, Алиса? А потом в другой пойдем. Да. Ну хорошо. Вау, Алиса, смотри, сколько игрушек мягких. Какие все красивые. А где торт? Торт, не знаю, смотри, Маус большой. Он прям огромный, ну-ка подойди к нему. Ух ты, он очень большой. Просто меня. Да. Так, а здесь какие-то мягкие пупляшки. Смотри, это кисонька-единорог, что ли? Да. Красивые. Прям милота. Так. Ух ты, ребята, это же... Вот эта группа, да, известная, Алиса? Не знаю. BTS, это же группа музыкальная. Я не знаю. У нас таких нет, Барби. Вот это, смотрите, ребят, какое у нее лицо. Да, и это тоже необычное. Алиса, смотри. Ай, какие каваишечки. Смотри, Алиса. Это как вы женились. Да, точно. Вот они, мы нашли. Хейрдуз. Вот они, эти куколки. Каких возьмем? Вот одну такую. Нет, да. Я их не буду. Мы возьмем 5 штук. Да, такое. Что это такое? Давай таких тоже возьмем. Они не, 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 не,
классные. Итак, берем 5 штук. 1. 2. 3. 4. 5. И я предлагаю один бонус. Алиса. Посмотрим. Давай, давай, синенького. Давай. Но не зашло это, я это не буду выбирать. А туда ручки можно засовывать, ты видела? Что это такая подушка, туда руки засовываешь? Смотри. Вау, ребята, смотрите, кого мы нашли. Это какие-то единорожки-облачки. Здесь дырочка, можно нажать, что они супер мягкие. Я уже купила все игрушечки, и сейчас мы будем открывать. Первое, то, что мы откроем, это домик с кошечками. Сам откройся. И нам попалось. Это все до котенка. И это как киточка. Алиса, это шотландская веслоухая кошка. Я знаю. Шотландская веслоухая. Это как мои басики. И отложим. Дальше. А где моя? Где моя? Папа, дашь вот эту одну мою? Ребят, сейчас мы откроем моих подружек, которые застряют в Лене. И сестренок, если будут повторюшка. Ребята, это новинка, и я их видела только здесь. Больше я нигде не видела. Пока мы летали. Ребята, это похоже на шампунь. И вот эти девочки, они с длинными волосами. Видите его на картинке? Фух. Так. Мама не знает, как это открывать, а я знаю. Так, это самый неожиданный момент. И нам попалась вот эта девочка. Смотрите. Вот. И там скотч. Она на накидке, закрыта. И сейчас я ее достану. Вот смотрите, а как она сидит, а не так, как она. А это как? Вот так. Вау. Ее тяжело открывать, потому что я хочу сейчас попросить помощь папы. Откроешь эту помощь? Это нереально запаковывать, я не знаю. Без помощи взрослых дети это точно не откроют. Вчера мы также маялись с Алисой, открывали. Представляете? Дай поцелуй. Доченька готова? Да, спасибо. Ребята, не могу дождаться, хочу открыть эту штуку. Это как лол, да? Давай посмотрим. Давай. Что это? Это лего-человечек. Какая-то лошадка в трусиках. Да. И с ней еще идут всякие аксессуары, да? Вот смотрите, бутылочки. Еще вот какая-то тут штучка. Непонятно. И вот, осьминожка. Да, и вот скейтборд. И все. И все, и больше ничего, и наклейка там еще, смотри, наклейка на скейтборд. Да, и еще вот. А, это не скейтборд, это доска для плавания. Да, и вот. Контейнер, да, контейнер для газировки. Да. Прикольно. Прикольно. Ну, не очень интересно, да? Да. Тоже мне попадется, я хочу, знаете, чтобы мне попалось? Я хочу, чтобы вот это, очень-очень хочу. Ой, что это?
Нет, не покажу. Кто там? Да Алиса, ну покажи. Да сейчас, да я открою. Дочь, ну покажи. Ань, покажу, только это очень бабническая. Вау, это мальчик? Это девочка. Какие же у нее волосы все-таки радужные. У нее волосы из шерсти, да, Алиса? Да. Это все девочки. Здесь только девочки. Я очень хочу всю коллекцию собрать. Все живы? Все. Это да. Какая красивая. Да. Главное, что мне повторюшка. Да-да-да. Ребята, это какая серия? Так, давайте вкладыш положим. И это вот эта куколка. О, это не сбой. Это хорошая куколка. Она похожа на Shimmer Shine. У нее длинные волосы, смотрите. Их 5, а будет 6. Потому что вот это 1, 2, 2, это 3, это 4, это 5, а это 6. Последняя. Да. Я обиделась. Что случилось? Ребята, я сейчас запустила, потому что это повторюшка. Китти кафе мы не попали, оно закрылось, но зато купили много игрушек, новинок. Всем пока.